Иди сюда. Иди, Кузька. Дима. Осталось чуть-чуть, и выйдем на волю. И я здесь живу. Всем привет. У нас доброе утро. Мы с мужем начали наши сборы в Китай. Сегодня мы выезжаем в аэропорт. Завтра мы уже будем в другой стране, в другой системе, на другом краю света. Раньше мы брали просто кучу ненужного, сейчас в силу своего опыта уже ограничиваемся только самыми полезными, нужными вещами, которые нам пригодятся. Ну а все остальное, я думаю, что можно будет купить там. Это только малая часть. Сумки достали. Штатив, чтобы снимать влоги для вас. Поэтому я готовлюсь и к этому этапу своей жизни тоже. Нам повезло, мы будем жить на юге Китая, в городе Гуанчжоу, и там очень хорошая погода. Сейчас плюс 30, но в январе, в декабре, я уже посмотрела в интернете, минимальная температура — это 15 градусов, поэтому нам не нужно брать много теплых вещей, и это значительно облегчит нам наш багаж. Зато мы можем заполнить наш багаж книгами. Я обожаю читать и подготовила себе немного книг. Я обожаю психологию, поэтому выбрала вот эти две книги. Это тоже психология, ее я просто распечатала, ее очень трудно найти, поэтому она в таком у меня не магазинном варианте. Это только малая часть. Спасибо, Гуанчжоу, за твою погоду и за возможность взять побольше книг. Перед отъездом мы купили маме щеночка. Теперь у нее есть дружок, и она не будет так сильно по нам скучать, потому что у нас остается охранник дома. Кузя! Кузя! Звезда моя. Да, на дорожку с мамочкой. Хорошая девочка. Мама, Кузю задавили. Мам, куда я уезжаю? Далеко. Кузя, повернись лицом. Вот какой красивый. Кузя, обещаешь маму охранять, защищать, помогать, любить? Обещаешь? Мы, наверное, когда вернемся из Китая, это будет уже собака размером с овчарку, да? The next day. Всем привет! Вот и настал тот день. Сегодня мы улетаем в Китай. Сумки почти собраны, этим мы занимались уже последние несколько дней. На самом деле у нас не так много вещей. Meanwhile. Кстати, обязательно разыграю что-нибудь из Китая. Привезу вам какие-нибудь призы, подарки, поэтому ждите конкурсов тоже. Осталось совсем чуть-чуть, и мы полетим в Китай. Все, мы готовы. Родители нас провожают. Федин папа, моя мама. Федор, ты готов? Все, я полностью готов. Вставай. Все, сиди на дорожку. Сергей Федорович нас всех посадил. В прямом смысле на дорожке. Сергей Федорович сидит, говорит, очень важно присесть. Федор, пошли. Погнали.
мы уже в самолете, готовимся к взлету. Время пролетело очень быстро, и этот момент настал. Гуанчжоу встречает нас, а мы сейчас прощаемся с нашей любимой Россией, Москвой. Пока-пока, дорогая. До скорых встреч, наш домик. Будем очень скучать, но привезем много полезного опыта, много эмоций, впечатлений, спортивных успехов, достижений. Я в этом уверена, поэтому только вперед и успехов нам. Встречу с нашей новой командой. Паспортный контроль, мы на голе. Посмотрите, как все организовано. Стоят тележечки на получение багажа. На самом деле, очень быстро прошли паспортный контроль. Было все очень организовано. Отпечатки пальцев сняли, сфотографировались. И вот мы уже ждем багаж. Осталось чуть-чуть, и выйдем на волю. И выйдем уже Гуанчжоу за пределами аэропорта. Ну что, на улице плюс 30, Таня, что так с начесом? В теплых, потому что я не люблю, когда в самолетах работают кондиционерами, всегда холодно, и поэтому я тепло одеваюсь. Но постараюсь быстро сесть в машину и убрать этот дискомфорт жары, потому что плюс 30 и влажность, я думаю, будет очень непривычно. Привет, привет.
здесь мы живем, наша гостиница. Блин, очень красиво. Только приехали. Сейчас будем заселяться. Ну все, мы добрались до гостиницы. Первые 3-4 дня мы будем жить здесь. Гостиница, апартаменты, зал, тренажерный зал, ресторан, где мы питаемся. Все это находится на одной территории. Все в шаговой доступности. Вся команда живет здесь, неподалеку друг от друга. Поэтому мы все на связи, и все очень комфортно в этом плане. Покажу вам номер, где мы будем обитать. Кстати, у нас есть вариант, мы можем жить в гостинице, или нам снимут апартамент. Но так мы с мужем вдвоем. И нужно, конечно, у каждого должно быть личное пространство, то мы все равно переедем в апартаменты. Федор уже отдыхает. Вот такой номер. Еще раз хочу сказать большое спасибо моим болельщикам, которые встречали меня в аэропорту, подарили чудесные цветы и море положительных эмоций. Спасибо им большое. Мы ждем Добряна Рубаджиева. Она скоро тоже должна подъехать. Наш еще один легионер в команде. С ней мы выступали в команде Галатасарай вместе. Друг друга очень хорошо знаем, соскучились друг по другу. Поэтому жду с нетерпением нашей встречи. Утрепка! Утрепка! Где ты? Привет! Моя кукушка, я блогер. Что ты? Танюшка, смотри, с каким другом. Дым, как сухой, Танюшка. 100 кило. Я знаешь, как дела? Там 2 часа 30 на машине. Понимаешь? Танюшка, ты блогер стал? Я блогер, все. Day 3. Мы пошли на первую нашу тренировку. Сегодня суббота, на самом деле у нас суббота, воскресенье выходной. У меня запотела камера, боже. У меня запотела камера от влажности. Сейчас мы живем вот в этой гостинице. Федор с Добби смело шагают в светлый сезон. Ой, у меня вообще запотела камера, я в шоке. Такая влажность здесь, что не справляется наша супертехника. Поэтому буду, видимо, снимать короткие отрезочки. А где здесь надо? Здесь бассейн. А где зал, Добби? Вот. Вот наш зал. На самом деле мы здесь будем только тренироваться, а потом мы едем играть в другой город. Добби, как называется? Шэньчжэнь? Шэньчжэнь. 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 Красивый город Шэньчжэнь? Да. Супер. Лучше, чем Гуанчжоу. Ну, обе. Обе хорошие. Оба красивые. Да, вот девушки там. Нихао! Нихао! Подождите. Это наш фитнес. Большой, красивый. Много тренажеров, наша команда. Когда выучу имена девочек, тогда познакомлю вас. Сейчас для меня это очень трудно. Добряна уже все знают. Добряна будет моим лучшим гостем нашего Ютуба. Сейчас мы пошли в волейбольный зал потрогать мяч. Удачно. Молодец, Федор. Как в метро. У нас нет жетончиков, поэтому мы перешагиваем. Идем в зал. Наш второй тренер Алекс, он говорит по-русски, поэтому супер, он переводит. А наш тренер говорит по-французски. А Алекс живет во Франции, поэтому они разговаривают на французском. Мы поднимаемся в зал. Я первый раз сама ни разу еще не видела. Вот я. Утрепка. Красивая. А здесь где? Вот здесь. Добряна. Вот здесь. Про это прошлогодний сезон. Здесь все. Какой-то еще зал. А вот наш спортивный зал. Смотрю вместе с вами первый раз. Ого! Очень большой. Не знаю, для меня очень непривычно ходить с камерой, но ничего. Надеюсь, меня вокруг тоже все нормально распознают и относятся к этому.
Мы пока как в космосе, еще очень тяжело после перелета. Плюс климат для нас необычный, и, конечно, хочется спать, нет координации. Но это всего на несколько дней, привычное состояние после смены часового пояса, поэтому ничего страшного. Дома, конечно, просто очень высокие. И, кстати, все эти дома построил, включая гостиницу, где мы живем, зал, построил наш президент клуба. Он очень богатый человек, входит в двадцатку богатейших людей мира. Вот очень высокие дома. Сейчас мы идем кушать. У нас трехразовое питание. То есть завтракаем мы в гостинице, а потом ходим сюда, сейчас вам покажу. Такое небольшое кафе и китайская еда. Так что к этому тоже нужно будет привыкать или что-то искать. То, к чему мы привыкли. Поэтому посмотрим. Мой обед сегодня. Салат, креветки, фрукты. Сделай йогурт. Да, это... Фу, Добби, нельзя. В торговом центре можно взять в аренду скейт и кататься на скейте. Не сняли какой-то компьютерный клуб. А, мне кажется, это что-то типа Суприм, правда, китайского образца. Конечно, очень много одежды, совершенно такой, какой у нас нет, иная мода, все вообще по-другому. Это видео специально для Светы Крючковой. Просто заходишь в кабинку и караоке для двоих. И ты просто поешь, расслабляешься. Светик, твоя мечта. Пошел в торговый центр, заодно спел, расслабился. О! Видели, что здесь стоит? Ничего не напоминает? Блин, только не легче в раз 15, наверное, настоящих. Смотрите, любые цвета вообще, какие хотите. Баленсиага плачет сейчас. Другой мир. Одним словом, просто другой мир. Все по-другому. Другие люди, другие правила, традиции. Естественно, и магазин, и склад ума. Мне кажется, мы отличаемся кардинально. Но тем интересней. Day four. Сегодня у нас воскресенье. И воскресенье – это выходной для всей команды. Сегодня наш второй день в Китае. И нас пригласили поехать в центр города Гуанчжоу. С удовольствием согласились, потому что город обещает быть просто потрясающе красивым, интересным, и я уверена, что смогу вам многое рассказать. Поэтому до встречи в центре Гуанчжоу. От того места, где мы живем, ехать до центра 40-50 минут. Живем мы на окраине, там у нас расположен наш тренировочный зал, гостиничный комплекс, дома, апартаменты, где живет вся команда. Поэтому сегодня первая поездка в центр, и очень-очень интересно. Как Танюшка. Танюшка высокая. Это Бранко наш. Здание. Это Бранко, наш фитнес-тренер, наш сербский брат. Да? Сербский брат. Самая известная башня в Гуанчжоу. Гуанчжоу Тауэр. И высоченные здания. Высоченные. Наверху этой башни, там, где начинается шпиль, есть аттракцион. Знаете, когда тебя поднимают резко на высоту, потом там ты стоишь несколько минут, секунд и резко падаешь вниз.
И вот на этой башне на высоте есть Добби. Не ругайся матом. Это дети смотрят. У меня плохой русский. И я здесь живу. Очень красиво. Очень высоко и очень красиво. А потом я еще поснимаю для вас ночью, и вы увидите, как эта вся красота горит. Гуанчжоу вечером. Как на Новый год. Все горит.